часто спрашивают, ты как, наверное, перед концертом принимаешь? Я говорю, ну, вы знаете, вообще люблю под праздничек дома, там, с друзьями. А если, говорю, под каждый концерт, так это что, уже 4000, уже сюда бы в Березово не доехал бы, точно, абсолютно. Одна женщина говорит, а что ты такой веселый, говорит, ненормальный, что ли? Я говорю, вот как люди думают, если, говорит, принял, значит талантливый, а если не принял, то, значит, вот, не талантливый. На поле, на рынке.
тихо пляшем и споем. Народное, действительно, это настоящее, подвиг, это так же, как глоток свежего воздуха, так же, как кусок, шмат сала натурального. Как вообще настроение, как вообще так? Все, ничего? Пойдет, да? А то, как ты в Каргаске проводил праздник там у себя на родине, вот так же спросил, говорю, как настроение, как живете? Да, говорит, хорошо, живем. А я вас спросил, говорю, и хлеба хватает, еще и остается. Я говорю, остается-то куда деваете? Съедаем, еще и не хватает. Вот так, какой-то чудной там народ живет. А мы с братом любим такие балагурки записывать. Всю жизнь записывали с детства. Уже много книжек выпустили. Вот, например, такую вспоминаю. Я говорю, ты где деньги берешь? Он говорит, из в тумбочки. У мужика спрашиваю. А в тумбочку кто кладет? Жена. А жена где берет? Я даю. А ты где берешь? В тумбочке. Под нового русского подстроился, не говорит, зараза, и все никак. А это едем в электричке, ну, два мужика сидят, такие седенькие, ну, уже такие пожившие, но крепкие еще мужики. Ну, слово по слову о жизни, о том, о всем разговорились. Я возьми да спроси, говорю, мужики, честно скажите, при какой власти, при каком царе жить лучше было? А один прям не задумываясь говорит, ну, конечно, говорит, при Хрущеве. Я говорю, а что при Хрущеве лучше-то было? Девки моложе были, вот.
Речка качается, к берегу причалится, к берегу причалится. А любовь кончается, к берегу причалится. От имени организаторов этого праздника я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы заполнили эту прекрасную нашу площадь. Мне кажется, после проведения 400-летия Березова это второй праздник, где столько присутствует гостей и жителей нашего района. А нужен ли праздник, не нужен ли праздник, это решать вам. Нужны ли такие праздники? Я даже не могу поверить, что есть еще оппоненты, которые считают, что нам такие праздники не нужны. Поэтому я хочу прилюдно сказать, что праздники такие будут у нас. И сейчас решается вопрос, что этот праздник у нас станет межрегиональным. Все праздники окружные, «Играй гармонь сибирские», будут проводиться у нас, в Березово. И так, для информации, чтобы многие знали. Вот посмотрите на все эти щиты, что находятся, рекламные щиты. И чтобы не считать чужие деньги, я вам хочу сказать и выразить большую благодарность всем тем предприятиям, которые помогли нам провести этот праздник. Но я думаю, что в процессе еще будут отмечены лучшие спонсоры, которые нам помогли. А я желаю вам прекрасного времяпровождения. Мы еще очень долго будем здесь работать. А открою вам маленький секрет. В 19:00 ориентировочно организаторы праздника подготовили для вас сюрприз. Так что ждите 19:00. Спасибо. Мы выходим, начинаем озорные песни петь. Натыкайте бабы лучше, чтоб в площадке не слететь. Ах, какое огорчение, пока бегал за другой, сам попал под сокращение у супруги дорогой. Thank you.
зачем, зачем на белом свете, если ответная любовь на свете много улиц раз, но не сменяю адрес я. Стала главной родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной родная улица моя. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому, а в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, но он не за дороги молодца, но он не загородит дороги молодца. И вот нежданным гостем войду я в терем к ней. Была бы только ночка сегодня потемней, была бы только ночка сегодня потемней. Здорово, будь красотка, бежи, моя краса, из терема на волю в дремучие леса, из терема на волю в дремучие леса. Пойдет пир горою в большом глухом лесу, и атаман женою возьмет себе красу, и атаман женою возьмет себе красу. Давно готова тройка лихих серых коней, была бы только ночка сегодня потемней, была бы только ночка сегодня потемней.